Национальные проекты России, проект «Культура». Культурная среда. Основная задача национального проекта «Культура» – расширение доступности культурных благ и возможности участия жителей в создании культурных ценностей. Проект финансируется из федерального, республиканского и местного бюджетов. В рамках национального проекта завершено строительство социокультурного центра в селе Вольдино Усть-Кулумского района, проведен капитальный ремонт здания Прилузского межпоселенческого центра культуры и досуга. Оснащены оборудованием и мебелью детские школы искусств в Печоре, Ухте, Усинске, селе Визинга и поселке Нижний Одес. Выполнены ремонтные работы в художественной школе Вухтыла и музыкальной школе села Выльгард. Оснащены 10 библиотек. На реализацию национального проекта «Культура» в 2022 году выделено 211 миллионов рублей. Национальные проекты России – только факты.